Это не является ни атмосферным, ни космическим явлением. То есть, хотя сейчас парад планет, про который все наслышаны, проходит, но никакого отношения к планетам это не имеет. Никакого отношения к известным астрономическим явлениям тоже не имеет. Вот, в частности, я специально уточню, сам автор у вас на сайте ссылается, что это, возможно, какой-то мираж. Ну, я как бы успокою, это миражом являться никак не может, в принципе. Нужно, чтобы эту программу просмотрел очень тщательно уже специалист по компьютерному монтажу. Либо это может сделать ваш специалист на телеканале, я думаю, таковой найдется. Я лишь подскажу, где находится этот вот этот след предполагаемой вставки изображения. Специалист посмотрит, если он дает добро и говорит, нет, это случайность. Если так, то тогда перед нами 100% НЛО. То есть, только оговорку сделаю, под словом НЛО, естественно, подразумевается неопознанный объект. То есть, мы опознаем там до 90-99%, но то, что не опознаем, это автоматически не значит, что перед нами там звездолет инопланетян, там условно. Это может быть все, что мы не знаем, но я лишь гарантирую, что это то, зачем мы охотимся, то, что мы не знаем, то, что мы должны исследовать.